А возле здания Рады страсти кипели с утра. Площадь Конституции перед парламентом и все прилегающие улицы заполонили активисты. Однако силовики буквально сыграли на опережение и отгородили от митингующих весь правительственный квартал. У стен парламента выстроились многослойные полицейские кордоны, и пройти к зданию под куполом можно было только через рамки. Вот только побоищ избежать все равно не удалось, продолжит Богдан Вербицкий. Более 3000 человек собрались у стен Верховной Рады. Сторонники Батьковщины, самопомощи, ветераны АТО, бойцы Донбасса и Азова. Основные требования – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и принять новую избирательную систему. В первую очередь, снятие депутатской недоторканности, ну и закон про выборы. Пришли вымогать, чтобы нарешті у нас заработали законы. На сегодняшний день Верховная Рада, которая есть, нас не задовольняет, поэтому нужно ее изменить, эту Верховную Раду. Но настоящие страсти кипели у стен парламента. Буквально перед заседанием подрались нардеп Владимир Парасюк и глава госохраны Валерий Гилетей. Затеял все Парасюк, которому не впервой пускать в ход кулаки. Сценарий тот же. Словесная перепалка и драка. Не менее эпатажный советник министра внутренних дел Илья Кива оторвался на одном из черновецких журналистов. На вопрос медийщика, борец наркоторговли и поборник традиционных ценностей, ответил ударом. Вот это ваша, ну такая, ну вот, это же ваша такая. Это все идет в Фейсбук. Это все в Фейсбук идет. Такими действиями советник главы МВД буквально замахнулся на свободу слова. Так считает нардеп Сергей Каплин. Кива так само дозволив собі сьогодні підняти руку на свободу слова, на журналіста. На журналіста, який представився, сказав своє ім'я, сказав своє прізвище, видання, де він працює. За це, через незручне запитання до цього політикана, він отримав удар, в нього вибили засіб, яким він знімав це інтерв'ю. Досталось и нардепу от БПП Гончаренко. Пытаясь пройти через рамки в Раду, митингующие забросали яйцами. Во второй половине дня к площади потянулись сотни бойцов батальона «Донбасс». Охраняем поки громадян, все добре. Чтобы не было тетушек, чтобы не было побиття. За правопорядком в столице следили правоохранители. С самого утра площадь перед парламентом огородили по периметру, а на входе поставили металлоискатели. Поки що ніяких серйозних провокацій, на щастя, не було. Сподіваємося, так буде і надалі. Сформовані резерви, які можуть знадобитися на випадок загострення ситуації. І резерви таки понадобились. При попитці занести палатки мітингуючі прорвали блокаду поліції. Зав'язалась потасовка. Іток – по одному пострадавшому з кожної сторони. Богдан Вербицкий, Андрей Кузнецов. Подробности телеканалу «Интер».